Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как я организую свой чемодан так, чтобы он был максимально функциональным и был упорядоченным, чтобы вещи в нем лежали в порядке, чтобы было понятно, что там вообще происходит. Я уже снимала видео про организацию чемодана еще несколько лет назад, но за это время произошли некоторые изменения, которыми я сегодня с вами и поделюсь. Во-первых, теперь я использую для одежды органайзеры. Если вы помните, раньше я использовала косметички только для каких-то мелких принадлежностей, чтобы они не валялись по всему чемодану, а были разложены по темам. А в этом году я решила протестировать еще и вот такие органайзеры, я их заказывала на AliExpress, для того, чтобы раскладывать в них одежду вертикальным способом. Протестировала я это в летней поездке, у нас была длительная, почти месячная поездка, мы очень много локаций сменили в одном путешествии, и как раз там я попробовала использовать эти органайзеры, и это оказалось невероятно удобно, особенно для тех случаев, когда вы не сидите на одном месте длительное время, а когда переезжаете. Сейчас я буду упаковывать свои вещи и детские вещи в такой органайзер, потому что мы через несколько дней уезжаем как раз в путешествие. И там у нас будет несколько климатических зон. Мы будем и на море, и в холодном климате, поэтому я уже сейчас достала те вещи, которые я убирала на хранение, летние, детские, и свои, потом еще добавлю вещи мужа и тоже буду это все упаковывать по вот этим органайзерам. И сейчас давайте займемся упаковкой чемодана вместе. Вот мои органайзеры, и я здесь буду раскладывать вещи по темам. Когда начала складывать, поняла, что буду складывать не по темам даже, а по членам семьи. И сюда я решила уложить дочкины вещи летние. Здесь есть и два комбинезона, несколько вариантов низа, шортики, брючки, юбка и несколько футболок для того, чтобы с чем-то это комбинировать. Здесь у меня еще два органайзера для моих вещей и для вещей мужа. Вообще, когда я складывала вещи, поняла, что для меня мало таких органайзеров. Я думаю, что я закажу еще один набор, чтобы как-то равномерно распределять одежду. А то получается, что больше всего одежды у меня, а на мужа и ребенка не так много места в этих органайзерах. Но в целом мне очень нравится, как это выглядит. Я просто в таком же виде достану их потом из чемодана, когда мы приедем. И мне сразу будет видно и понятно, что у меня есть с собой. Сюда я положу потом все белье и купальники, которые мы будем брать с собой. На данный момент я положила только то, что я возьму для дочки. Ну, видите, здесь еще осталось пространство, потом я сюда уже доупакую. Также у меня есть вот такая косметичка, это аптечка. И, точнее сказать, у меня их две. В одной лежат все пузырьки, они все перемотанные, потому что под давлением в самолете это часто у нас разливалось. И отдельно еще аптечка с таблетками. У меня большая аптечка всегда с собой, потому что, к сожалению, было много прецедентов, когда мы болели или ребенок болел, и приходилось даже покупать антибиотики по рецептам или какие-то жаропонижающие, и искать работающую аптеку, например, в воскресенье. С тех пор я всегда вожу с собой очень большую аптечку на всякий случай. Эта косметичка непромокаемая, полностью закрытая. В ней я перевожу свою косметику по уходу, потом сюда еще добавлю, наверное, зубные щетки и зубную пасту. Еще у меня есть вот такой небольшой органайзер, я его сохранила, это из Аэрофлота с какого-то длительного перелета. Тоже сохранила его, потому что он прямоугольный.
И сюда я убираю, например, какие-то солнцезащитные кремы или, если еще у меня что-то осталось по уходу, то, что не поместилось вот сюда. Так что эта косметичка у меня тоже в ходу. И для обуви я использую вот такие мешочки. И обувь всегда кладу в отдельные мешочки для того, чтобы было удобно распределять по чемодану. Вот таким образом это выглядит в чемодане, очень аккуратно, симпатично, и я дозакажу еще обязательно, вот, наверное, два вот таких чехла, для того, чтобы здесь они тоже встали, и вот здесь еще, видите, очень много пространства, можно сюда и обувь доложить, и какие-то мелочи, если это необходимо. Но в целом такая система, мне кажется, безумно удобной. И самое главное, что все действительно упорядочено, и я бы сказала, что это такое уже качественно новый уровень сбора чемодана. Ну, это не все вещи, которые я возьму с собой. Я еще сюда что-то доложу, там под другой климат, возможно, еще какую-то обувь. Но в любом случае сейчас уже вижу, что у меня все необходимое поместится.